Вау! А сколько лет, ребят? 21-23. Вау, давайте похлопаем. По вашему столику видно, что Чечил и два пива. Чечил еще из дома, я знаю. Порвали. Кошмар, вы же были уже у меня? С Бишкека приехали ко мне? Правильно, вот все. А как тебя зовут? Виталий. Виталий. Ну, знаменитый французский кореец, да? Виталий, а тебя Марина, да? Марс? Марс? Может, Трикс? Марс? Звёзды, ты не поменял имя за столько лет? На 21 год ты Марс? Марс, у меня кинтоха есть Марс? Братан мой Марс. Может, она была братаном? Мы же летали в Таиланд. И она чуть-чуть сникерс отрезала себе. Ты сейчас чечел? Ням-ням-ням-ням-ням. А вы с Бишкека сможете? 15 секунд вот это, поет. Бишкека можно? У вас колесо спустило? Да, он его висел вот так. По дороге у тебя колесо спустило. Это какой-то метафора, когда? Ты так торопился, что спустил колесо? Зачем ты это сделал? А? Пропустить не хотели. Вау. И ты на спущенном рефе. Поменял колесо. Пусть оно стоит. 23 года. Мужчина был. Вау. Такой помощник в семье растет. Сам колесо поменял. Сам чечил купил. Сам сникерс отрезал. Вообще. Супер, молодец, Виталий, да? Самый сильный парень в качалке. Ты этот мем не знаешь. Виталий, чем ты занимаешься в Бишкеке? Нет. Я автослесарь, я меняю колеса. Ты сам сказал, что ты сам учился. Ты учился в Бишкеке? Да. И застрял на машине, или что? Да, да. Классно. Ты сам сказал, сам с Алматы? Со Станы. А, со Станы? Да, ты в Бишкек за образование поехал, Джим? Да, да, да. Только на Оксфордский, на Мишкеке. Бородский, что? Так он, где ты учился? БГУ, Бишкекский государственный университет? На кого ты учился в Бишкекском национальном государственном университете? Эконом. Эконом? В смысле? Там на такси? Яндекс эконом. Чисто на Кобальт отгоняли. Ты экономист? Класс. И ты сэкономил и на машине своей развивался. Приехал сюда. А сейчас у тебя машина, что спустило колесо? Сибисел-планер. Сибисел-планер? Какого года? 16-го. Что для корейцев херовая машина. В Казахстане нет бедных корейцев, не рассказывай мне. Вы вообще видели хоть одного бедного корейца в Казахстане? Не существует их. Не существует. 50-ку продал, чтобы купить Марс. Ну тебе очень странно дарить звезду, да, если ты планету, а это клёво. Почему Марс? У тебя отец астролог? Дедушку звали Марс. Вы заметили, что родилась внучка? Вау, тебя в честь деда назвали? Я думал, очень клёво. Меня в честь бабки назвали. Вау, а у тебя есть братья? Да! Да! Их как зовут? Анна и Фи. Брата назвали Анна, прикиньте, в честь бабушки. А я у Марса в честь дедушки. Ну, там напутали чуть-чуть. То есть его назвали Достан. В честь кого? Просто Достан. А тебя в честь деда. Вау. Папа любил, в принципе, либо играть на свадьбе.
Книги читал, блядь, спец. Вау. И про Марс еще болчал. Вау, Марс. Йоу, да и похоже, какой крутой имя. Марс. Ты вот сидишь в Юпитере, не понимаешь, как он. Марс. Тебе нормально живется, ты или нет? Устала тебе вот объяснять? Да, да, смешно нравится. Марс тогда, я Юпитер. Ну, нормально. А вы муж с женой? Да? Парень с девушкой. Хорошо. Сколько вы встречаетесь уже? Долго, второй месяц. Второй месяц. И уже ты ее на Outlander'е будешь приостанавливать. Йо, второй месяц? Это твой сын, это твой сын! Он даже не пердит перед тобой. Планета еще не нюхала Италия. Не переживай, детали пахнет землей. Вот этот сидит с желтым пердин. Даже сейчас не останавливает. Я почувствую запах. Айкос, Айкос еще прикрывается. Господи, не может Айкос мантами пахнуть. А тебе нормально, мужик, ты рядом с ним? А то ты, я смотрю, сидишь там. Прям вдыхаешь с кайфами вообще. Вау, Марс, чем ты занимаешься? Ты айтишник. А ты что делаешь, свидание? Я вот волнуюсь, начинаю быть в Алмате. Дело прям, это хорошо. Как ты начинаешь быть в Алмате? Гид. Гид? Гид? Для иностранцев? Астанинец? В Алмате? Который учился в Бишкеке? Ты еще будешь искать тупых иностранцев? И вот эта гора тут, это как наш Байтилей. Вау! Гид для иностранцев? Вау, для каких? Для корейцев? Для индусов. Индусы? Да. Ты гид для индусов? Да. Вау. И ты на английском? Шпрехен за дочь, да? Разговор на английский у тебя. Класс. А они когда у тебя что-то спрашивают, ты понимаешь? Так как ты, але он на такой тут лисе, я понял туда. Я вот сейчас разрываюсь с этим, я был профессор математики индус. Я поэтому математику ни хера не знаю. Что-то говорил, я ничего не понял. Клёво, поэтому я ковид. Ну, Виталь, ты уже пиво выпил, блин, придется еще одно брать, раскошелиться придется. Нет, Флё, давай похлопаем ребятам. Вот у нас молодежь тоже, здравствуйте. Кто там хлопал, зовут девчонки? До 25, привет. Как зовут тебя? Амина, тебе сколько лет? 34? Вот зачем ты хлопала, Амина, до 25? Ты замужем? Нет, ну, поэтому ты хлопала. Если что, мне 25 с хвостиком. Это 34 называется. Подруги 25. Здравствуйте, подруга. Вам 25. Вас как зовут? Адема? Ты говоришь, а что не Марс? Адема, чем ты занимаешься? У тебя есть свой магазин. Как называется? Дукен возле дома. Адема. Как? Мисс и Аморис. Вау, что вы продаете? Наркотики? Что вы продаете? Аксессуары. Что у тебя аксессуары? Женские, ну, цепочки, браслеты и вот эта вся история. Классно. Кто-то покупал мисс и Аморис? Он подруга твоя, 34-летняя. А как вы дружите? Это твоя клиентка. А ты кто? Массажист? Боди? Не, вот ты... Вот стерба? А Дэма, у тебя что, уже со спиной в баскет продаешь? И что, она тебя хрустнула? Ты хрустнула? Сколько стоит тебе прийти? 15? Не заканчивай, ты я сейчас тебе хлопну закончу.
Нет, находили к остеопату? Там иногда вот так хрустит, что не кончить можно с тобой. Когда спину тебя пускают, да, мужики? Ну ты, который пердишь, ты знаешь. И в том возрасте, что доходил к остеопату, конечно. И к урологу приходил. Я пришел, ты в футболке сделал. Ты остеопат, врач. А как ты, хрупкая девушка, 34 года, придет тебе огромный мужик, будет пердеть еще. Главная техника? В смысле? Можно любого щелкнуть? Ты как у Майсака, мертвяки разговаривают. Ну, она против вас, вы их не знаете. Вот этот мужичок у меня был, кажется. Ты у меня был. Ну ты был один? Да. С кем ты пришел? Я один. Да? А она мне мерещится, что ли? Ну это что такое? Девушка твоя? А что ты говоришь, ты один? Нет, я был один. Был один ты? Еще докопался. Докопался, да, ты один. И вот ты нашел кого-то. Молодец. Здравствуйте. Это зря вы с ним двигаетесь. Я про него столько знаю. Как зовут вас? Камила, бедная Камила вообще. Зачем вам он? Он один ходил и ходил бы один. Сколько вы уже общаетесь? Третий год? А хуй, ты один приходил. Классно. Но ты вернулась. Чем ты занимаешься, Камила? Черчу? Кого? Черта этого? Давай. Ты чертежник? Да, ты дизайнер. Чертежи. Лё, давай похлопаем. А как ты не женишься на них? Ну, скоро женюсь. Все, скоро женюсь. Предложение сделал? Нет. Это ни хуя не скоро. Все, Камила, там уже люди умирают, надо жениться. Ты на него давишь как-нибудь? А цирку я подходишь, видимо? Ты же чертишь. Прыгни ему пару раз цирку. Сразу он помнится, 3 года он общается. Ты че? Тебе сколько лет? 27. И тем более, 3 года. 24 лет ты общаешься, 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 общаешься. Пора уже, Камила, хомутать его. Делай предложение. Нет, брат, не переживай, они всегда шакалы есть. Это они же мне писали, мы с тобой, Фонгар. Мы с тобой. Мы с тобой. А вот кто из вас знал, что меня арестовали? Похлопайте, пожалуйста. А никто по передачке не передал, а? Все, нет, давай похлопаем, ребята. Как вы... Девочки, здрасте. Вы были у меня устроены? Как тебя зовут? Кристина, здравствуй. Чем ты занимаешься? Работаешь в строительстве. У меня есть чертежник еще не было. И гид. Не знаю, нахуй это гид, но гид. Но чисто для индусов. Наши казахи поймут, что он врет. Ты здоровый строитель, что ты делаешь в строительстве? Ты это, уровень, кто ты? Начальник производства технического отдела. Ты руководишь мужиками. Хорошо. Ты замужем? Где муж? Да что на рыбал? Подотчет скинул? Своего карася? Мой карасик, Кристина. Я все поймал. Хламидии тоже привезли. Три килограмма рыбы, 2 вида хламидии. Ну, у тебя рыбак. Иди, пак, давай определимся. Сколько вам брать? А, 3 года, возможно, рыбак. 15 лет точно не рыбак. Ты пришла с подружкой?
Здравствуйте, как вас зовут? Алия. Чем ты занимаешься, Алия? Для компании по проведению ремонтных работ. Для компании по проведению ремонтных работ. Сколько квадрат? От чего? От моей одежды? У него классные кроссовки. 150 тысяч квадрат. От сложности? А в чем сложность? Через черновую, чистовую. Там разная сложность? Ну, из черновую, чистовую. Не надо, например, просто чистовую сделали, чтобы я матрас кинул, не жил. Под ключ. Сколько квадратов? Ключ Орск. У кого у мужика что-то вылетело? Или ты пукнул так? И быстро мы убили, брат. Держись. Тут Марс дышит, это вроде. Марсиан, даже. Ну, это землянин гид, если сказать. От скольки у тебя квадрат? Во скольки тысяч тенге? Земляне, во скольки тысяч тенге? Да что ты мне накидываешь? Как мне тут за тысячу тенге вы будете работать? Никогда! Вот именно, есть минималка какая. Олег, 100 тысяч квадрат. Ага, пошла ты нахуй. По своим дизайн-проектам, Кристина, я... Втроем бежать? Вообще не пригласили, слушай, ты где ты, богачка, что ли? У тебя какая машина? Ну, замужем. Ну, говорю, зачем тебе 100 тысяч квадратных? Тут она рыбой питается. Тут уже он понимает. Вау, клево. А как у подружки? Совместно какие-то проекты? Учились. Учились вместе, чему? А, на строителей, хорошо. Я думал, курсы какие-то проходили. Перевод, ой, похлопай, девчонка, большое большое. Вот у нас один мальчишка с тремя девчонками. Ты чего, Сладуськин? Закидываться все будешь, что ли? Что ли? Ты 120 тысяч на билеты отдал, а все? Поэтому ты сидишь грустишь, да? Даже ничего хавать не взял. Как тебя зовут? Олег, чем занимаешься, Олег? Проектный инженер. У нас сегодня что, как строительная компания проявляется? Чертежник, строитель, инженер, ремонтные работы. Мы сейчас здесь ЖК построим и отремонтируем. И гид там экскурсию проведет. Назовем ЖК Марс. Девочки, здравствуйте вам. Вы троем, вы поодиночке все пришли? Вы четыре одиночки? А, вы подруги, но уже рассорились, вы тоже одиночки. Как тебя зовут? Да. Настя. Ты из Виталия, верно? Вот здесь вообще чат корейцы, Алматы. Настя, знаешь? Родственница твоя, что придется? Наша сестра это. Виталя! Настя, ты чем занимаешься? Я в декрете. И пролетел который день, я и заметен. Давно ты в декрете? 2,5 года. Сейчас муж идем. Кто из вас в декрете? Если ты тут, а он с ребенком. Отдыхать откуда? То есть ты в Португалию, да? Не в Черногорию. В Алмату. И он сейчас отдыхает с ребенком себе. Херенный план у нас. Настя, а ты как в Германию попал? Муж работает там в университете. Что за университет? Тюбингена. Я был в Тюбингене. Вот да. Ты так удивилась, кому ты? Кому-то ты город придумал. А вы как прилетели сюда? Самолетом? А вы покупали билеты через сервис поиска дешевых авиабилетов, авиасейлс.кз? Да? Скажи да. Клёво, Настя. Ты вообще отсюда? Вы с Алматы летели в Германию. Как в Германии жить в Тюмени? Скучно, но комфортно. А в Алмате сильно некомфортно, но...
как весело. Хорошо. Клёво. Давай попробуем Настю. Настя. Илья, ну что? Ты долго будешь салфетки вытирать. Все смотрим на Илью. Чтоб ей было еще хуйнее, да? Что страшно? Пиво за мой счет принесите, Илья. У нее кривые руки, блядь, понятно. Потому что она ремонт квартиры делает. У вас поэтому потом стык-стык в штаб не встает, блядь. Потому что Илья вот так и стоит. Пиво держать не может. Тебе 100 тысяч за квадрат надо. Ты че? Да ничего страшного, да похлоп, блин, не страшно. Ты же богатая, ничего страшного. Вот у нас огромный стол. У вас той какой-то, что у вас? Гнюха? Что? Кто главный у вас? Кто хату держит, кто мазу тянет? Ты вы? Лё. Как зовут тебя? Хайрат. Давай похлопаем Хайрату. Хайрат. Марс, не разговаривай. Планеты должны молчать. Чем занимаешься, Хайрат? Хайрат? Менеджер. Чего? Ты продаешь стекло? В смысле? Бутылки сдаешь что? Сдаешь бутылки, собираешь? Пиво не добивай тебя. Он так обрадовался, что Алия стакан не уронила. Стекло можно сдать, вот эта тема. Два жена где-то тут? А что ты ее подальше посадил? Что, у тебя с другом более близкие отношения? Боится? Кого? Тебя? Ты что, абьюзер, что ли? Заприкалывают? Здравствуйте, жена. Да, муж у тебя, чё? У меня жена боится, заприкалывает её. Заприкалывает её! А сколько вы в браке, Хайрат? 17. Ё-моё, дай похлопай, 17 лет дома. Здравствуйте, жена. Вы так не переживаете, да? Не переживайте вообще. Как вас зовут? Данира. Нормальное имя Данира. У нас Марс сидит сзади. Да классное имя, Виталий. Ты написался все, что можно сказать. Ну, когда Сарбир позвали, ты да! Сука, шикарно, мне нравится. Вы 17 лет в браке. Вы домохозяйка или вы работаете? Домохозяйка. Вот дети с Хайратом. Сколько чаю? Много инструктов. Трое? Класс, давайте похлопаем. Да, мира, трое, четыре. Два вышло три чая. Чисто визуально, по-моему, с Хайрата вышло три чая. А вы же Хайрата выглядите друг друга. Сколько лет старшему? Старший. 16, это мальчик. Да? 16 лет, а младшему, младший. Двойняшки, один все. Вау, двойняшки, давайте похлопаем. Двойняшки. Данила, ты поэтому, да, тебе не до приколов? Ты двойняшек родила, сколько не спала? Года 4, правильно? Не спала. До сих пор не спишь вообще. С одним ребенком тяжело, двойняшки сразу. Они же еще специально, да? Один засыпает, второй. Привет! Как назло, ты только их положил, а второй. Мама освободилась, я не верю. Вау, как классно. Хайрат, ты поэтому так грустнявый такой вообще. Хорошо, это ваши друзья. Вы дружите с семьями. Ни семейных нет. Жена не подпускает ни семейных. Как зовут рядом? Здравствуй. В белых штанах. Ну что за крейзи пес у тебя? Вау, что за красавчик. Как, Даня? Чем занимаешься? Строительством. Чего мы строим толпой? Давайте посмотрим. Строительство. Чего строишь? Какие?
Ты строишь чистые помещения? Нет. Что? Чистовые ваши? Чистые? Ты так? Так такой? Чего? Чистые помещения. Для чего? Для грязных дел. Да вы строите больницы. Классно, вы поаплодируем. Да, где твоя жена, Даня? Вон, здравствуйте. Как у вас дела? Вы разговариваете? Или вы чистое помещение? Что-то вы говорите? Да? Как вас зовут? Балауса. Нифига себе, вы в каком году родились? В 56-м? Балауса, замечательное имя, очень красиво. Чем ты занимаешься, Балауса? Дома? А что сейчас вышло? Ты что? Он тебя держит чистое помещение? Да нет, закрыл его в кабинете. Это чистое помещение! Я его построил, Балауса не выходи вообще. Класс, ты, ну, ты дома с детьми? Сколько вы брали нервов? 8 лет. Класс, давай похлопаем. 8 лет. Напротив, в белом полу, здравствуйте. О, я беру. Самый тупенький, да, среди вас? Издали, дай его. На всякий случай. Думал, он присутствовал. Я 100. Как зовут тебя, ребят? Азар? Лёва, чем занимаешься? Спортзал? Ты хочешь спортзал? Плащи на голое тело? В школьном спортзале стоит. Я назад, не обращайте внимания. Назад? У тебя спортзалы? Или фитнес-центры? А? Да, фитнес-центры. Я говорю, тупенький, да, среди вас? Даже не знаю, чем занимается, брат. Я спортзал у меня. А, нет, фитнес-центр уже. Я вообще фитнес-тренер, я. Как называются твои фитнес-центры? Как? Боди? Боди-фит-джим. Кто доходит? Нет. Бизнес растет. Ты с женой? С девушкой. Здравствуйте. Видишь, мы все женились, а до тебя не доходит. Здравствуйте, девушка. Как вас зовут? Айжан. Чего не женится? Сколько вместе? А, да? Ну не женись пока. А сколько тебе лет? Да, ну. Нет. Сколько тебе лет назад? Мне? Сколько лет? Мне? Ай, Жан, с***й на***. Ай, Жан спрашивает, когда женишься? Я? Сколько года? У меня? Вау, да нет, да ладно, образ, какой он. Это он искренний такой. Азат, сколько тебе лет? 39. Сколько ты в разводе? Я? Вау! Азат, я даже знаю, почему она от тебя ушла. От меня! На самом деле, Азат уже 4 года в разводе, но он не знал, где с тобой не было. Давно с ним ходил просто. Ну, я? Пока замок не поменяли вообще.
не подходит! И пошел в спортзале для чего. Вау, ну чего жесткий стёк? 39 лет в разводе, ему жизнь постебала больше, чем меня. У него половина спортзалов не его теперь. Боди не его фит тот, наверное.